Друзья, всем привет! Всех рад приветствовать на канале «Огонь и мясо». И сегодня приготовим блюдо, которое, в принципе, я уже готовил на своем канале, но таким способом его еще не готовил никто на YouTube. Друзья, это будет рататуй. Он готовится у нас из овощей, но я добавлю мясо. По ингредиентам, что нам потребуется? Фарш куриный. Сюда я уже добавил соль, перец, немного зелени и прованские травы. По овощам лук, морковь одна крупная, перец красный и желтый, это чисто для того, чтобы было блюдо красивее. Кабачки и баклажаны, также зелень. Помидоры. Помидоры можете использовать любые, ну, как... Я нашел только вот такие. По специям. Прованские травы, соль, перец, растительное масло. Для начала нужно все нарезать. Нарежем овощи, морковь кольцами. В принципе, все будем нарезать кольцами. Морковь нарезаем тоньше, чем остальные овощи, так как она готовится дольше. Убираем в сторону. Вот это нам еще все пригодится. Кабачки чуть-чуть толще. Баклажаны, в принципе, так же, как кабачки. По пол сантиметра примерно. Перец. Все то же самое. В перец мы будем закладывать мясо. Перец. Красный и желтый. Разницы нет, но так будет блюдо красивее. И перерезаем все овощи. Помидоры также кольцами. По пол сантиметра. Друзья, лук то же самое. Такими вот кольцами. Края будем использовать отдельно. Друзья, в принципе, все овощи подготовили. Если что-то будет не хватать, дорежем. Теперь вот эти вот наши края нарезаем. Мелко. Лук можно сразу отправить на сковороду. Теперь нарежем все оставшееся. Друзья, лук, помидоры нарезал. В принципе, можно развести уже огонь. Разводим огонь и продолжаем. Друзья, огонь разгорелся. Отправляем сковороду на огонь. Нальем немного растительного масла. Грамм 50. Лук. Немного поджарили, отправляем морковь, кубиком нарезанную также.
И пока нарежем кубиком баклажаны и кабачки. Перец, помидоры уже нарезал. И отправляем все остальные овощи. Баклажаны, кабачки, перец и помидоры. И обжариваем все вместе. Все немного обжарили. Добавим томатного сока. Примерно 200 грамм. И все хорошо протушим. Буквально 5 минут тушим и будем снимать. Друзья, протушили 5 минут. Убираем пока в сторону. Пускай остынет. Сейчас немного остынет и продолжим. Друзья, пока у нас поджарка остывает, в принципе, можно начать формировать рататуй. Для этого берем баклажаны. Укладываем. Первый слой получается. Сверху по размеру примерно отправляем перец. Красный, желтый, неважно. В перец отправляем фарш. Сверху фарша лук. Хотя здесь, в принципе, не так важно в любой последовательности. Помидоры и сверху баклажан. И делаем это со всеми овощами. Друзья, первая часть у нас, в принципе, готова. Сейчас будем, если что, дорезать. И, ну, в общем, начну укладывать уже противень. Зажарку сейчас отправим на дно противня. Отправляем зажарку на противень. Распределяем. И начинаем укладывать рататуй аккуратно. И сейчас, что будет не хватать, будем добавлять. Добавим немного зелени.
Друзья, ну и почему этот способ не совсем обычный? Готовить я его буду в коптилке горячего копчения. Друзья, на дно коптилки отправлю фольгу, как обычно. У нас сегодня ветрено. Это делаю для того, чтобы щепа не пригорела ко дну, чтобы проще было потом отмыть. И отправляем щепу. Щепы не так много отправляем. Устанавливаем поддон для сбора жира, но он будет служить не как поддон, а как подставка. Сверху решетку. И сам рататуй. Рататуй также накрою фольгой, для того, чтобы конденсат не попадал на продукт. Я это не раз говорил, для того, чтобы такого не происходило, покупайте коптилку, крышка у которой идет углом. Плоская крышка собирает конденсат, весь конденсат капает на продукт. Так просто накроем и закрываем крышку. Устанавливаем коптилку на печь. Коптилка у нас служит, в принципе, как духовка. Смысл работы ее такой. Но с элементами копчения, так как мы добавили щепы. Сейчас ждем первый дым из-под крышки. Его нужно будет выпустить. Примерно через 5 минут это произойдет. И затем уже продолжим. Пошел у нас дым первый из-под крышки, как видно. Его необходимо стравить. Открываем крышку. Буквально на минуту. Щепа начала тлеть. Для того, чтобы не было горечи, первый дым стравливаем. Достаточно. И теперь от этого момента засекаем 40 минут. Друзья, ну что, прошел у нас в общей сложности час, как готовится рататуй. Снимаем. Конденсат, как обычно, у нас собирается. Выглядит аппетитно. Друзья, сейчас дождусь, пока немного остынет, так как противень у нас горячий. В нем еще бурлит жидкость, сок. И достану, будем дегустировать. Ну что, друзья, самое время продегустировать. Чтобы сильно красоту не ломать, возьмем вот отсюда. Ну, овощи готовы, это очевидно. Овощи готовы. Пробуем мясо. Легкий аромат копчения. Мясо, естественно, тоже готово.
Друзья, очень вкусный получился рататуй. Я не ожидал. Пишите комментарии, делитесь этим рецептом со своими друзьями. Ставьте лайки либо дизлайки. До новых встреч!